Привет, друзья! С вами Евгений Рубанов. Это мое короткое обращение с поздравлением вас, моих друзей и подписчиков, с наступающим новым 2021 годом. Я благодарю вас всех за то, что в течение этого 20-го тяжелого года вы были со мной. Вы не отписались от меня, вы остались на моем канале. Благодарю вас за это. И, конечно же, хочу вам сказать следующее, что в следующем году будут новые курсы, будут новые видео, полезные, я надеюсь. И надеюсь, что вас прибавится, станет больше на моем канале. Я рад каждому подписчику, каждому лайку, каждому комментарию. И я каждому из вас за это благодарен. Я желаю вам в следующем 2021 году успехов, окончания этой страшной пандемии COVID-19, этого коронавируса. Уверен, что человечество одержит победу над ним. И мы снова будем веселы, жизнерадостны и устремлены к нашим целям. Желаю вам здоровья. Здоровья вам, вашим семьям, вашим друзьям, близким, детям, женам, мужьям и так далее. Здоровья всем, всем, всем. Конечно, счастья. Конечно, побольше успешных финансов и хорошей, обеспеченной жизни. Встретимся в новом 2021 году. С наступающим вас, друзья! С наступающим 2021 годом! С вами был Евгений Рубанов. Пока!